Всем привет, это видео-версия сайта Trantas News. Сейчас расскажу вам об увеличении экспорта автомобилей УАЗ. По итогам прошлого года Ульяновский автозавод увеличил экспорт своих автомобилей на 29%. Как отмечает пресс-служба компании, наибольшего роста производитель добился на рынках стран дальнего зарубежья, в которые стали поставлять на 73% автомобилей больше. Как уточняется, такие результаты были достигнуты благодаря расширению как географии продаж, так и модельного ряда на существующих рынках сбыта. Практически вдвое увеличились поставки автомобилей УАЗ в азиатский регион. В странах Евросоюза реализация модели УАЗ выросла на 67%. Бестселлерами здесь оказались различные модификации буханки, которые очень популярны среди европейских любителей туризма и кемпинга. Экспорт автомобилей УАЗ в Южную Америку и на Кубу показал на 37% больше, а Ближний Восток отличился 4-кратным увеличением объемов экспорта по итогам 2019 года. Рынок стран СНГ и ближнего зарубежья является более стабильным. Он продемонстрировал рост на 20%. Основные продажи УАЗа в этом регионе традиционно пришлись на Беларусь и Казахстан. На данный момент это все. Больше новостей ищите на нашем сайте trantas.news. До скорого!